Вам кажется, что нет ничего проще, чем запускать воздушного змея? Как бы не так. Это сложно и требует тренировки. И об этом не понаслышке знают участники районного фестиваля воздушного змея «Майское небо Победы», который прошел на детском пляже в минувшие выходные. Мероприятие собрало порядка 40 участников, детей разного возраста. Посвященный Дню Победы. А второе – приобщить детей к активному, так сказать, отдыху и техническому творчеству. Само мероприятие проводится в районе уже более 5 лет. Дети вместе с преподавателями сами изготавливают воздушных змеев, учатся запускать их в небо, а также удерживать в воздухе. Часто это удается не с первого раза, однако терпение и упорство свое дело делают. Воздушные змеи красиво парят в воздухе. Хоть и я впервые, мне очень это понравилось. За это мероприятие я научился летать на змее, управлять им. Это очень интересно и захватывающе. Я, если в следующем году это будет мероприятие, я с удовольствием пойду на него. Фестиваль объединяет поколения взрослых, возвращает в детство, а само детство делает красочнее и веселее. Кроме того, это все-таки конкурс, а значит, выявляют и победителей. Хотя не обижают никого, многие участники получили дипломы за волю к победе, стремление к победе, за эстетичность оформления воздушных змеев. Ну а победители наградили дипломами. Занимаюсь в Доме пионеров уже 3-й год. Когда я делал... Полина, пойдем, не хочешь? Змей, у меня было много трудностей. Я его регулировал, склеивал, покупал леску на его. Это первый раз, когда я на этом конкурсе выиграл. Кроме того, все участники, а также зрители получили колоссальный заряд положительных эмоций.